Привет, ребятульки! Едем на очередную рыбалочку. Сегодня солнышко. Сегодня хорошая погода. Не будет моросить дождь, нету ветра. Будем получать витамин D от солнышка. Будем ловить карасика. Карасик в прошлый раз попался крупный один. На 400 грамм. Сегодня я постараюсь его найти. Всего такого. С помощью диппера. Покидаю, посмотрю, найду лучшие перспективные места где-то в заводе, чтобы было меньше течения. Так как вчера течение чуть, конечно, сносило поплавочки, было чуть неудобно рыбачить. На две удочки червячка оденем, на червяка половим. Взял еще перловочку, сделал. Сделаем бутербродик такой. Так, нашел я местечко, приехал на полянку, какое-то сооружение тут, ну, я думаю, натягивали тут палатку или что-то такое делали, какой-то шатер. Вот такая заводь, вот здесь глубина где-то 1-20-30 метров возле зеленого камыша, то есть яма, там идет течение, здесь течения нету. Бросать далеко не нужно. Попробуем здесь. Так, одеваем червячка. Червячка хвостик. Одеваем червячка. Хвостик оставляем побольше, чтобы привлекал карасика. Вот как-то так. Видите, как он хвостиком крутит. Он будет привлекать рыбу. Могут быть холостые поклевки, так как будет тянуть за хвостик. Но мы потом укоротим, если что. Так, все, пробуем.
білячка. Білячок, чтобы был активный, нужно продевать его за заднюю часть. Три штучки оденем и четвертый на жало. Вот такой получается белячок. Четыре штучки. Я думаю, таким крупненький карасик заинтересуется. Ну что, пробуем. Там будет видно, может, будем менять место. Прошел час, ни одной поклевки нету. Еще посидим, попробуем. Да что ж такое, рыбалка с холостой поклевкой всегда начинается. Что-то не понимаю. Так, повел в сторону. Реально, червяк весь на месте. Весь на месте, просто весь. Короче, ребятульки, едем домой.